Меня зовут Лилия. Я в уходящем году пришла на скандинавскую ходьбу. Мне очень это понравилось. Здесь у нас прекрасная компания, положительный заряд энергии. Всегда приветствуется такая зарядка для здоровья, для души и, ну, вообще для позитива. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Яна. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы каждый для себя в следующем году открыл этот новый вид спорта – скандинавскую ходьбу. Спасибо. Всем привет, я Наталья. Я тоже открыла для себя скандинавскую ходьбу уже больше года. Что для меня ходьба? Для меня ходьба – это позитив, это прилив энергии, гормонов положительных, это где-то преодоление себя, это стройность моей фигуры. Это, в общем, я не знаю, мотивация для чего-то другого. Поэтому я очень вам рекомендую, кто собирается, кто еще не решился, приходите. Это очень здорово. Здесь очень тепло и уютно. Здравствуйте, меня зовут Вита. Скандинавскую ходьбу я открыла полгода назад. Мне очень нравится. Это легкость, это здоровье. Приходите к нам. У нас хорошая здесь компания, добродушные все люди. Приходите, будем заниматься. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хожу на скандинавскую ходьбу уже полгода. Мне очень нравится и чувствую себя намного лучше, чем до того, как не занималась. Всех приглашаю желающих к нам, наш коллектив. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, бодрости и счастья. Именно это вы получите, когда будете ходить к нам на скандинавскую ходьбу. Поэтому ждем. Приходите. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я одна из первооткрывателей скандинавской ходьбы на Западном. Очень позитивно влияет настроение, здоровье, улучшается все. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Присоединяйтесь. Кто пропускает, девочки, приходите. Мы вас ждем, любим. Всего доброго. Спасибо. Мы вас поздравляем с наступающим годом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребята. Я люблю скандинавскую ходьбу. С октября месяца хожу, не пропускаю занятия, не жалею. Прекрасный коллектив, прекрасный тренер. Все устраивает, все супер. Мы это сделали. Как себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Прекрасно, просто прекрасно. Я даже и похудела, и стала как-то, я не знаю, ну, стали гнуться пальчики, коленки и все остальное. Молодец. Подружки стали тоже двигаться. Спасибо, спасибо. Мы это сделали! Йоу!